Уважаемые друзья, мы находимся на озере Байкал, который многим уже из вас известен. На самом деле это озеро называлось раньше American City. Вот она, American City, река знаменитая. И здесь, в принципе, золотишко находят, говорят, чуть ли не голыми руками. Ну, сейчас посмотрим, давайте пройдемся. В принципе, вижу уже, что-то там блестит вон. Менты контролируют эту точку золотоносную. Здесь в свое время, в 1849 году, вспыхнула золотая лихорадка, та самая. Если кто помнит, вот здесь вот протекает река American City, она по-прежнему так и называется. И люди здесь по-прежнему находят самородки. Причем некоторые, бывает, находят по несколько килограмм. Я вон сейчас вас поздравляю, а там вот вижу людей, которые вон, в принципе, собирают золотишко. Всех вас, дорогие подписчики, я поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем вам успехов и желаю, чтобы следующий год для вас был действительно золотым. Коротко и ясно. Также желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех делах. Чтобы действительно для вас следующий год был настоящим клондайком. А мы сейчас давайте прошвырнемся и попробуем найти здесь самородки, золотые самородки. Я не знаю, что из этого получится, но чувствую, что Дедушка Мороз сегодня нам подкинет что-нибудь. Все-таки Новый год, как бы там ни было, ну, попробуем найти что-нибудь. Я же говорю, это же American City река, вон сзади меня. Вон люди собирают, что-то там вон блестит у них. Я, правда, не могу отсюда разглядеть, ну, что-то они там нашли существенное. Я тоже думаю, что сегодня что-нибудь, ну, найду. Так, мы спускаемся к American City. Сейчас посмотрим, что там есть у нас. Ну, в принципе, там вот здесь вот я слышал, пару килограмм золотишка достали. Может, правда? Сейчас посмотрим. Дедушка-то должен что-нибудь подбросить. То обидно будет без золота отсюда уйти. Вот, сейчас мы будем идти. Может, что и найдем. У нас прогулка будет длинненькая. Надеюсь, что-нибудь увидеть. Не знаю. Вообще по краям смотреть надо. Золото вроде как задерживается в краях, когда оно плывет. Поэтому малюк, вы же знаете такого, малюк или лилюк. Он сказал, золото плавает, не тонет, поэтому оно плывет, когда по реке. И у краев задерживается. Ну, в принципе, тут можно и платину, думаю, найти, если золото плавает. Так что сейчас посмотрим. Идем, может, что и увидим интересное. О, да ну ты, да ну ты, это что, а? Нифига себе, это же золото лежит. Да ну ты, мужики там не зря вон лазят, собирают золото. Смотрите, там тоже, вон они там лазают, золотишко собирают, а? Вот это я лох, а? С камнями вожусь. Ну-ка, надо его подобрать, ребята. Лежит скромно себе. Смотрите, какой скромный кусочек. Да ну ты, ну Дедушка Мороз, а. Сейчас его подберу. Ну, так, скромненький, ну сейчас возьму, посмотрим. Ну вот, ребята, вытянул я рыбку из воды. Ну такой скромненький кусочек. Где-то тут, может, пару килограмм будет. Да. Чуть-чуть обидно, я, конечно, рассчитывал куда больше кусок, а это какой-то, что-то не туда, не сюда как-то. Ну, так по голове бить можно будет ходить. Еще хороший кусочек, дедушка выручил, как видите, желтенький. Я же сказал, American City, золотоносная река у нас самая из всех существующих. Здесь, в принципе, золото можно собирать вообще. Это вот 15 минут поисков пока. Не знаю, что дальше будет. Пока такие скромные результаты, поделиться особо нечем. Такой вот кусочек я нашел первый, золотой. Так, давайте его уберем на хранение. Это, наверное, я Сергею подарю. Первый найденный мною самородок. Ну, конечно, скромненький, но приятно так. Пойдет для начала. Так, убираем на хранение. Сейчас прямо отсюда, с этого клондайка, отправлюсь в ломбард, сдам, чтобы на расходы себе денег
выбить. Пойдет такой. Ну, вес у него хороший, цветняк. Сразу видно, что золото желтое. Поэтому сомнений нету, что это золото, не бронза же. Правильно? Ну, вот такой, видите, скромный кусок я нашел. Сейчас еще похожу. Может, еще что найду, кто знает. В конце концов, этот клондайк не перестает удивлять и поражать своими масштабами. Там вон люди, вон, видите, окопались как. Там вон, в принципе, снеговика из золота выкладывают, походу. Тут вообще золото, скорее всего, тонны лежат, тонны. Все, что надо, это еще пройтись немного и посмотреть на результат. Так, продолжаю путешествие свое. Уже прошло минут 20-30, пока никаких серьезных находок больше не находил. Кроме того, самородка. Я тут вот самородок нашел, хожу, радуюсь. А вот тут вон берег, на самом деле, золотоносный. По тому берегу тонны золота лежат. Надо будет сейчас домой сбегать, пару ведер отсюда этого грунта взять и начну растворять. Потому что, как Лилюк сказал, на каждый килограмм глины где-то полкилограмма золота. Поэтому я буду дома это все коллоидное золото выбивать и наслаждаться результатом. Вот где золото находится все. Самое гнездо. Камней много. Что еще надо? Сейчас посмотрим. И скорее всего нам повезет. Золото найдем наше. Вороны летают. Это тоже хороший знак. Они всегда кружатся над золотыми самородками. Вон охранник, который охраняет золотоносные пески. Клондайк. Спустился я в этот золотоносный клондайк, в самое гнездо. И сейчас будем искать золото, самородки. Видите, сколько камней. Все усеяно. Тут люди ходят, бродят. Вон охранник пошел с собакой. Знаете, здесь когда-то отстреливали черных старателей. Потому что золото лежало вообще кусками. Вот такими вот, как вот этот камень. Или как вот этот вот. Их тут отстреливали. И можно иногда даже найти следы этого отстрела. О, а вот и следы, ребята. Я же говорю, здесь отстреливали черных старателей. Видите, в 1849 году золотая лихорадка вспыхнула. И здесь начали их как собак стрелять. Видите, рожок от калаша лежит. Были времена настоящие. Вот. Рожок от калаша. Стреляли их тут по самое не хочу. Потерял, наверное, охранник в спешке, когда преследовал темного старателя. Тут и калаш можно найти такой же. Я находил. Стреляли их тут как бешеных псов. Так, а мы ищем золото. Пока не вижу ничего серьезного. Ну, надо поискать еще немного, походить. Может, что-то и увидим, да? Так. О! Вижу, все вижу. Вот оно, видите, счастье? Да ну ты! Ну вот. Кто ищет, тот находит, видите, поэтому тут их раньше отстреливали. Все золото-то не подобрали. Ну, в принципе, уже что-то более существенное, а то что-то нереально. Нашел какую-то ерунду первую. Вот это другой разговор. Это я подарю племяннице. Она сказала, найдешь самородок, сразу мне отдавай. Вот побольше ей подарю, любимица. Вот такой вот кусочек скромный я нашел золото. Видите, да? Ну, килограммчика 3, наверное, будет. Ну что же, приятно. Вот так надо искать. Блин, я даже не знаю, как сказать это. Вот это другой разговор. А то там пробочки, крышечки всякие металлодетекторами. Вот как надо. Вот.
где ходить надо. Хороший кусочек. Да, рожок все-таки впечатляет. Наверное, тут пару старателей закопали где-то рядом. То золотишко время от времени всплывает. Видите, как они тут промышляли государственными, блин, разработками. А то компьютеры вам. Какие компьютеры? Тут можно куски, в принципе, собирать вот такие скромные. Калаш можно найти, если захотите. 1849 года выпуска. Ну, вот так вот лежал себе камушек, омывался, видите, и даже не потускнел. Как был желтый, так и есть. Вот такие вот дела. Все, забираю обязательно, здесь не оставлю. Забираю. Сергею, наверное, говорить не буду, а то тоже начнет заниматься промышленным методом, как я. Вот такие куски начнет собирать. Он, охранник, палит меня. Смотрите, он, видите, стоит с своей шавкой на мосту. Все затянуто небо. В таком месте, главное, просвет. Прям какой-то знак. Сам Дедушка Мороз посылает знак света мне. Ну, такие два куска золота найти. Хороший знак, очень хороший. Прям солнце сияет надо мной. Красота. Такого я никогда не видел. Все небо затянуто. А тут такое вот. Я еще раз всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем вам счастья, здоровья и успехов в новом году. Знаете, что я решил, господа? Я буду открывать этими двумя самородками золотыми шампанское на Новый год, наверное. Так что приезжайте к нам в гости. Река Американ вас не подведет. Успехов, друзья мои. Видите, два куска золота. Голд. А на этом конец. Спасибо всем за внимание. Всех вас с наступающим Новым годом. Снег сыпет, золото плавает, не тонет. Так что будем собирать и дальше золотишко. Ну вот, друзья, Серега здесь. Вот я даю. Покажите, я поближе. Часики золотые, да? Вот так. Ну это будет. Да, да. Да, подержи крышку. Часики золотые. И сережка золотая есть одна. Часики не простые, а советские золотые. Сколько тут это? А я посчитаю, там, я не считал. Ты что, у тебя проволока не хромовая, да? Да. Передаешь мне. Ну спасибо. Буду тебе плавить тоже. Да, 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 да. С наступающим. Вас тоже с наступающим. На, я тебе подарю золотой камень один. Вот здесь на Клондайк Сити нашел. Один камушек тебе подарю, ладно. Может потом на Новый год шампанское, может, как хорошо, я открываю. Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо, камушек. Золотой? Да, золотой. Ну как, доволен? Да, да, да. Пару килограмм золота, не то что твои, часики. Да, да, да. Золотые. Ну все, спасибо тебе за проволоку. Спасибо. Всех я уже поздравил. Ну, тебя тоже поздравляю. Спасибо, спасибо. Вас тоже. Покажи на камеру. И сережечка, говоришь, золотая, да? Да. Сережечка тоже золотая, позолоченная, правда. Не чистое золото, то есть... Ну, там 900 какая-то пробует. Покрытая, да? Да, да. Ну, все, ладно. Переработаю, посмотрим, сколько будет из этих часиков золота. Все, выключай.